Пламенная любовь в Канавинском районе привела к пожару. Квартира влюбленных выгорела практически дотла. Соседи говорят, что из этой парочки весь дом как на пороховой бочке. Во время ссор они все крушат, примирение тоже проходит бурно. Этой ночью жена выгнала своего гражданского мужа из дома, а он ей решил отомстить и поджег дверь. Здравствуйте. Здравствуйте. Ой, как у вас все сгорело. Вот. Нет, выше. Вот. Я тут в гостях. У меня Боря, это Боря. Гашев Борис Александрович, он у меня сожитель. Я его не пустила домой, потому что он, извини, сожитель. Он мне поджег. Вот. Вот. Кухню. Да. Это. Туалет, ванна, квартира, все поджег. Она-то кричала до последнего. Она на балконе стояла. Да. Вот этот орал, что спасите, помогите, там дым. А он начал с тем, что я увидала в окно, пришла с работы, увидала в окно, что он снег набирает в ведро. Я говорю, ты что набираешь в ведро снег? Там пожар. Начал меня избивать. Я его выгнала. Дверь закрыла. Не стала ему открывать дверь. Он мне кричит. Я тебя сейчас подожгу. Мы тут все не задохнулись, чуть не сгорели. Ну, у них квартира вся сгорела практически, выгорела. Они там все... нарядные. И сейчас до сих пор продолжают. Отмечают. Да. А что, живы остались, наверное? Ни в огне не горят, ни в воде не тонут. Он поджег коврик, и он даже сам не ожидал. Сам аж напугался. Именно крикнул. Лена, беги! А куда бежать-то? Туда, что ли? Если горит дверь, куда бежать-то? Ну, не с балкона же, с пятого этажа. Ну, он это... Но она его любит, я не знаю. Это любовь просто такая. Да. Ну, что у них? Любовь. Они друг друга не пускают в квартиру, но потом все-таки начинают пить. А потом она еще лучше любится. Он мне все время говорил, я тебя сожгу, я тебя убью. Он всю жизнь такое говорил. Ей жалко его, она любит его выгонять. Суды были сколько раз у нее, примирения были. Вот она примирялась. Я говорю, что примиряешься? Он тебя бьет изо дня в день. Вот окна бьет. Мы боимся даже иногда, когда они дерутся под окнами. Вот люди ходят у нас, вот стекла летят же. Мужчина был задержан полицейскими. В отношении него составлен протокол по статье 20.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Мелкое хулиганство. Она сейчас придет, заявление обратно напишет, обратно. И все. И он вернется? Да. Нет, и она его примчу. И он опять ее будет резать ножами. А, вот, да, режет, да. Вот. Ой, ой. Правильно ли? Да. Не пущу, сказала. Не пустите? Нет. Лен. Уже невозможно. Не сколько шутка. Можно он действительно и с ножами на меня. Это и так далее, шутка, и так далее. Лен, все время его жалела его. Вот, дожалелась. Не простите его? Нет. После вот этого всего простить никогда. Кстати, пока задержанный поджигатель находится в отделе полиции, но в ближайшее время его, скорее всего, отпустят. И он снова попробует вернуться домой.